Всем привет! В своих социальных сетях я уже не раз затрагивала тему желаний. Это меня просили сделать как обычные друзья, товарищи, знакомые, так и подписчики в социальных сетях. Так вот, за последнее время я написала 4 поста, где четко раскрывала тему желаний. И первый пост писался мною о том, почему желание не сбывается, и почему важно находить правильного человека, с кем можно и важно поделиться своим желаемым будущим, каким-либо приобретением, открытием, желаемым каким-то достижением. В этом же посте я говорила о 2 критериях правильного выбора этого самого человека, которому можно что-то такое свое сокровенное доверить. В следующем посте я подробно разбирала 5 причин, почему желание, быть может, еще не исполнилось у вас. Дала именно в этом посте советы, как проверить и исправить это все дело. В следующем, 3-м посте я разложила на запчасти технику инь-янь, благодаря которой можно позволить притянуть к себе самому свое собственное желание. То есть позволить не напрягаться и вкручивать это желание куда-то, а именно позволить ему совершиться. И еще один 4-й пост был о том, что цели и желания одно и то же это или нет. Но сразу скажу свое мнение, что это далеко не одно и то же. Именно в посте дала полноценное обоснование данного факта и рассказала, как желание можно превратить в цель, а потом найти дорогу к его уже осуществлению. Так вот, идем дальше. Итак, в этих всех постах я хорошо открыла тему желаний. Но не кажется ли вам, что теперь пора понять, как же воплотить свое собственное желание в жизнь? А для этого нужно, первое, понять, как работать со своим собственным желанием. Второе, правильно загадать это желание. Третье, вернуть веру в себя и свои возможности. Четвертое, изменить отношение к себе, опять же, в первую очередь, для достижения своего же собственного желания. Пятое, примерить волшебную таблетку. Да-да, и это нужно сделать. Шестое, увидеть эти самые возможности. Седьмое, проверить свое желание на достижимость. И 8. Уяснить правила при загадывании желаний. И обо всем этом я готова с вами поговорить на индивидуальной консультации. Почему на индивидуальной консультации? Да мы просто с вами конкретно возьмем ваше желание, которое вы хотите, и поработаем с ним. Мы поймем с вами, что вы делаете неправильно, а возможно, быть может, просто подкорректируем ваши шаги и действия. Просто дело в том, что я больше чем уверена, что многие из вас не знают правил при загадывании желаний. Я их вам расскажу, предоставлю понятным языком, русским языком объясню, расскажу и дам примеры. Вы их сразу же примерите на себя и отработаете при мне же. Мы поймем с вами, что вы делаете неправильно, а возможно, быть может, просто подкорректируем ваши шаги и действия. Просто дело в том, что я больше чем уверена, что многие из вас не знают правил при загадывании желаний. Я их вам расскажу, предоставлю понятным языком, русским языком объясню, расскажу и дам примеры. Вы их сразу же примерите на себя и отработаете при мне же. Также мы с вами прям возьмем и сделаем проверку на достижимость мечты, проверим ее полностью. Причем рассмотрим это все также, заглядывая вовнутрь своего собственного подсознания. Бонусом я вам расскажу о 7 скрытых проблемах, которые не позволяют нам с вами получать и видеть возможности при достижении собственных желаний. Что там такое? Я прям минимум 7 проблем вам раскрою. И еще один бонус, это будет предоставление от меня общей системы работы над собой, которая поможет достичь желаемого. То есть у вас будет пошаговая система. Поэтому, если вы хотите более подробно узнать эту всю информацию, провести как минимум, наверное, 2 дня на консультации, где я вам четко все объясню, вы поймете, как загадать ваше собственное желание, то тогда жду вас на консультации. И если есть у вас вопросы, пишите либо прямо сюда, либо в директ, без стеснений. Я рада буду вам раскрыть это все, ведь хочу, чтобы у каждого из нас воплощались наши желания в жизнь.